Председатель правительства Александр Смекалин провел встречи с руководителями образовательных организаций региона по вопросу обучения и переобучения граждан предпенсионного возраста. Отдельно стоит сейчас вопрос, очень важно стоит вопрос, и руководство страны поставило перед нами, это сделать конкурентоспособными в текущих, очень быстро меняющихся условиях и специалистов, скажем, очень уважаемого возраста, почетного, почтенного возраста, предпенсионного возраста. И наша задача помочь им также быстро осваивать новые знания, новые навыки, новые технологии для того, чтобы уверенно чувствовать себя на рынке труда. На встрече присутствовал советник генерального директора Союза WorldSkills Russia Анна Набатова. Напомним, своей миссией ассоциация называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных стандартов. Наше здесь появление уже свидетельствует о том, что Ульяновская область активно и очень неформально подошла к вопросу программ обучения для лиц старшего возраста. Поэтому уже 10 площадок в Ульяновской области отобраны для реализации программ для работников старшего возраста. И мы надеемся на постоянное пополнение этих площадок и предложение все большего и большего количества программ для предпенсионеров. В Ульяновске люди предпенсионного возраста могут обучиться 15 профессиям. Например, в настоящее время очень активно набираются группы по специальности поварское дело. Начиная с марта месяца мы прошли предквалификационный отбор по компетенции поварское дело. На нашей базе ведется подготовка лиц предпенсионного возраста по профессии повар. Мы тесно сотрудничаем с нашими работодателями, которые помогают нам в наборе слушателей на эту программу. Вот уже была обучена одна группа, 12 человек, по программе профессионального обучения. Сейчас на базе Ульяновского техникума торговли и питания проходят занятия второй группы поваров предпенсионного возраста, которые повышают свою квалификацию по международным стандартам WorldSkills. На нашей базе, которая является центром проведения демонстрационных экзаменов, то есть сертифицированной площадкой, проходит подготовка предпенсионеров, то есть переподготовка, повышение квалификации. У нас в группе всего 12 человек. Сейчас в первую смену работает 6 человек. То есть они сегодня готовят холодные блюда из птицы с гарнирами и готовят декоры и оформление. Как сообщили в Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов, программы реализуются в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Благодаря такому обучению ульяновцы могут повысить конкурентоспособность и мобильность, а также укрепить свои позиции на рынке труда. Продолжительность курса не более 3 месяца. По окончании обучения участники получают скиллс-паспорта и свидетельство о профессии рабочего должности служащего. Программа является бесплатной и рассчитана до 2024 года. Каждый слушатель может пройти обучение один раз за весь период ее реализации. Более подробно со списком компетенций можно познакомиться на сайте Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.